Новогодние и рождественские праздники подошли к концу. Елки еще хранят остатки былых украшений. Однако людям уже нужно выходить на работу. Впереди пусть короткая, но рабочая неделя. Давайте спросим у прохожих, не устали ли они отдыхать. Надо побольше, чтобы побыть со всеми родственниками, всех навестить. Вот, то есть, ведь это главное, по сути. Вот, все праздники и выходные для этого сделаны. Мы должны проводить больше времени со своей семьей. Все замечательно. С новыми силами в Новый год. Я считаю, что можно сократить количество праздничных дней, чтобы народ более профессионально готовился к Новому году. Чтобы меньше было времени на отдых и больше для подготовки. Да я вообще все праздники работал с 1 по 4 число, так что я уже вышел. Я много не пил. Все хотят побольше, но работать тоже надо. Так что, думаю, хватает все-таки. Нужно работать, да, чтобы страна прогрессировала. Замечательно, отпраздновали Новый год. Вот. Ну, больше не надо, наверное, дней делать. Тяжело потом людям выходить на работу, наверное, скорее всего. Вы знаете, я вообще-то сейчас мы в отпуске, и мне поэтому очень легко. А относительно других, я думаю, конечно, сложно. Мы не работаем, мы пенсионеры. Я не знаю. Я не знаю. Дома сижу. Я дежурю, я все время работал. У меня не было праздников. Да не нужны эти большие праздники. Для меня лично длинные праздники – это плохо. Почему? Ну, потому что я думаю, что у нас в стране и так плохо живем. Надо работать людям, по всей видимости. Это мое личное мнение. Сложно ли выходить обратно в рабочий ритм после таких длинных праздников? Как удается это делать? Нормально. Нормально, хорошо, приятно. Удается как? Приходится. Вот так. Ну что, извините, пойдем. Да, пойдем. Нормально отдохнули, все, нам хватило, выходные, все. Вот. И после выходных можно и на работу выходить, нормальное состояние. Потом нормально все, отлично отмечали. Кому нравится, кому не нравится. Кому хочется отдохнуть, тот отдыхает. А вам? Я работаю. Все нормально было. Еще бы немножко можно было отдохнуть. Ну, вы работать. Еще праздников побольше. Утром очень сложно было просыпаться, чтобы сюда ехать. Вообще рады, ну, выходить, ну, с друзьями встретиться, нет? Или хочется дома? Нет. Дома лучше. Будем надеяться, что все сбудется. Провели нормально. Ну, я так сильно не пью, поэтому мне вообще запросто возвращаться. К сессии надо готовиться все-таки.